Не спеша, не спеша. Коленочки полечим. Начнем с двадцаточки, а потом посмотрим. Выходила на помост молодой первый тяж. Трепетали блины и гриф гнулся. Выходил, подымал, подымал, опускал. И с победой домой он вернулся. Выходил и подымал, подымал, опускал. И с победой домой он вернулся. И 15 раз. Раз, два, четыре. Хорошо поработали коленочки. Та-да-дам, да-да-дам. Раптовый, да-да-дай. Когда ты занимаешься для себя, а делать особо не показное, будь самим собой. Полтинничек уже сделал. 2 по 25. Это же хорошо. Прибавим. Пятачок. Много. Железо у нас стало. На-на-на-на-на-на. Та-на-на-на-на. Ра-та-ра-рам. Та-на-на-на-на-на. Та-ра-да-ра-рам. Ра-чу-дум-дум-та-рам-ду-ду-дам. Много. Ра-чу-дум-дабу-рып-чи-би-джум-джу-джум. Ра-джу-джу-джу. Ча-ра-ча-ча-ра. Чам-джу-рюм-джу, чарам-джу-джу-джу. Дай-да-дай-да, тарам-дарай-да-да. И поехали. Весочек как раз хороший для того, чтобы именно суставчики прокачались. Вроде легенько идет,
но с напряжением. И как раз нагрузочка на сустав, на сустав. Кровишку туда, кровишку туда. Та-да-да-да-да-да. Кстати, сегодня у нас какое число? Я давненько не занимался. Ох, давненько я не занимался. 14 марта. Ох, давненько не занимался я. Вот я давненько не занимался. И почувствовал, что пора бы сделать, ну, более-менее такую средненькую, а то и выше средненького тренировочку. Иначе пойдет деградейшн. Повторений. Отлично. Там дарим дарара. Там дарим дарара и дарара. Ну что, чистого веса у нас 40. Давненько я 40 не поднимал. Пушинка. Опа, раз. Ну вот, полтинничек, наверное. Ну и хватит. Будет и хватит, а. Бивни, как же без них? Бивни надо подкачивать.
бивнерезы. Значит, что получается? Если отсюда тянуть, веса тут никакого нет особо. Вот отсюда начинает работать. И поэтому рекомендуется вот с этого положения, чтоб рос пик у бивня. Ну, делаем. И действительно вот так занимаясь, чувствую, что как раз в бивне идет нагрузка. Важно чувствовать, чем ты поднимаешь, что работает, где напрягается, куда кровь идет. Вздрогнем. Напрягаться дюжи не будем. Хорошо. Чувствуется хорошо. Еще подходик и будь и хватя. Будь и хватя, нас не захватя. Фух. Перенапрягаться не будем. Со своего опыта скажу, во время тренировки важно чувствовать, вот какой вес хорошо качает. Можно поставить больше, но вот начнется такое, лишь бы его поднять, а нам же надо покачать, прочувствовать, как там что работает. Вот поэтому важно поставить тот вес пассивный, который тебя качает. А не который ты, лишь бы поднять. Не та мотивация, чтобы бивнями красоваться. У шоколяди. Двадцать семнадцать двадцать.
Ну что, 20 килограмм. Вздрогнем. Разиков на 6, 8. Ну еще разок. Ну что, вес 25 килогерц. Пять-шесть раз. Чувствуется. Ну еще подходит. Хотелось бы 30. Хотелось бы. А хотелось бы 30. Ёкарный бабай. Фух. Вот это ёкарный бабай. Заминочка. Не будем злоупотреблять.
отжимания мне, вязы, то бишь холку хорошенько размяли. Ё-моё. А то колом стала правая сторона. Самое интересное, сегодня я стригал ногти. На правой стороне все крошились на 5 пальцах, на левой эластичные. Вот вам и причина. Сухость правой стороны, стяжка и в шейке заклинило. Ну ладно, поедем. А то скоро открытый зефир у нас. Ой! Чересалы, чересалы. Разомнем чересала. Везде нужна разминка. Вроде бы ты и прогрелся. И руки размялись, и плечи размялись. А все равно нужна. Буду делать дожим, пушечный дожим. Ну что сказать, не легчает, ёкарный бабай. Штанга не легчает. Штанга не легчает. Значит, мы должны становиться сильнее. Дожим. Мы делаем дожим.
Чумец. Тяжелючее не можно. Тут разболелась правая половина тела, высохла, ё-моё, стремиться пойдем, ой, ё-моё, и времени вроде бы было достаточно. Фух.